Так, сразу прыгай, прыгай. Не давайся им. Блин, надо сначала огненного. Что-то я забыл об этом. Чего не ходит? Так, все, давай огненного, огненного, огненного. Он огненный сейчас? Наверное, если это огненный. Ну, он зеленым пламенем должен стрелять. Да, потому зеленый. Что у меня сейчас лазерный. Зеленый. У меня лазерный. Я не могу прийти к огненному, я только лазерного могу дамажить. Ничего не могу поделать. Придется их обоих в фазу переводить и убивать их вместе. Потому что они типа команда. И типа они очень слаженно будут работать и будут слаженно нас убивать. Хотя нет. Знаешь что, я думаю? Лазерный не стреляет, ну, насколько я помню, он не должен стрелять через стены. А, кстати, я забыл, да. Я забыл тебя предупредить. На слизне можно прыгать по мобам и не получать урон, если ты сверху находишься. Лазерный уже почти. Его слишком сильно дамажит, чтобы он не перешел. Итак, я тапаюсь. Я держу лазерного, и поэтому они не убегут. Лазерный уже все, этот. У него 0 хп. Все, 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 они пошли, они оба в атаке. Капец. Так, ты держишь этого? Да, держу. Огненного. Удачи. Удержать его, потому что я сейчас. Решил немножко... Ай-яй-яй, что-то хорошо дали. Так, тапайся, то помру. Ой, это зря. Честное слово. Все, я вот здесь уже. О, реально, молодец, слушай. Ты способна, оказывается. Ну вот, о, это он умер, это он умер, он умер. Один умер. Так, веди его ближе к медсестре, пожалуйста, сможешь? Нет. Иди к медсестре. Да не могу. Окей, давай, я сейчас к тебе немножко попробую поместить. Выжить бы. О, все, молодец. Молодец. Ну все. Считай, прошли, все. Мои эти штуки. Понятно. Сейчас с ним разберусь. Все, давай, тапайся спокойненько, там, отвлечивайся. Я его держу у себя. Все, давай. Слишком легко теперь. Когда один умер, второй уже слишком легкий. И главное он? Сейчас, чтобы не было как в прошлый раз. Главное не тэпнуться домой. Да, они очень много дамажат. Они только на первый взгляд слабые. Нельзя их недооценивать. Ну, я про свои. Жальчик. Все, они тут.